Всем доброго времени суток. Сегодня 6 марта. Получил посылку. Жданную, да. Вот от Александра Forest Lamp. Хочу показать. Это изделие уже есть на YouTube, в WhatsApp, на канале Forest Lamp. Давайте распакуем и покажу. Тщательно. Саша постарался. Транспортная компания СДЭК вроде доставляет нормально. Давайте перемещу сюда и начинаем. Ребята, вот это. Саша, спасибо за тщательную упаковку. Опа. Один бой. Ладно, ничего страшного, соль мы доведем. Саша, вот. Это везла транспортная компания СДЭК. Ладно, будем доделывать, друзья. Ничего страшного. Ничего страшного. Все бывает в жизни. Вот так. Вот. Вот смотрим. Это светильник по моему заказу на новый мой объект, новый проект, баня. Очень достойный баня. Вот, смотрим. Это делал Александр Forest Lamp. Вот. Давайте вторую распакуем. Здесь вторая более. Режем. Вот так вот. Вторая нормальная. Да, достаточно мягкий. Вот. Смотрим вторую. Второй светильник смотрим, ребята. Вот. Работа Александра Forest Lamp прибыла в Уфу. Заказчик я. Вернее, заказал я для нового объекта. Вот, смотрим. Здесь соль. Все. Следующее видео уже будет, когда установлю все. Маслом покрою, потому что у меня парная еще маслом не обработана. Вот, вот смотрим. Вот. Он у нас будет стоять вот так, кверху, потому что два светильника будут. И, да, здесь тоже повредили. Ладно, это я устраню. Такая доставка, Саша не виноват. Вот, вот. Любуемся. Вот. Саша, спасибо большое тебе. Ты надежный партнер. Тебе смело заказываю. Знаю, что все приходит вовремя и качество работы. Сразу повторюсь, что у меня просьба к Саше. Мои заказы уже на другие объекты не повторяются. Потому что не люблю я повторять свои объекты разным заказчикам. Вот, смотрим, любуемся. Вот они два светильника, ребята. Вот так вот. Как светит, Саша уже показывал у себя в мастерской. У нас тем более будут стоять ледовские лампочки. И по два светильника в каждом абажуре. Знаете, вот у меня их будет 4. Вот. Вот здесь выполнено все четко. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите канал Forest Lamp Александр Савич. Спасибо тебе, Саша. До новых заказов. Всего доброго всем, друзья.